вообще не пью. Почему вы отказались от алкоголя? Ну, это же невкусно. Правильно же? Невкусно. Можно съесть хорошую конфетку сладкую, то, что тебе нравится. Но это выпить и сморщиться, я считаю, оно нужно. Почему нужно вести здоровый, трезвый образ жизни? Ваше мнение? Потому что печень портится. К чему приводит злоупотребление? Человек становится неадекватным и идет уже на какие-то преступления и катится по наклонной. Надо трезвыми быть. Для потомства, для внуков, пример. Да только спортом можно заменить алкоголь. Может быть, культурный досуг, как вы думаете? Прогулки, парк, лес, велосипед. Люди злоупотребляют каждый день там бокал вина. А потом это все может произойти, они в большом количестве, получается, будут употреблять. И общество будут как бы завлекать, пойдем выпьем. И к этому все приходит, и можно без дома остаться, бомжом стать, на помойке.